В апреле этого года фермер из Мичуринского района заключил договор на продажу 90 тонн семян подсолнечника воронежскому предприятию. КАМАЗы с прицепами дважды загружались и увозили товар. По договору 5 с лишним миллионов рублей покупатель обещал выплатить в течение 5 дней после отгрузки. Перевода средств фермер так и не дождался, после чего обратился в полицию. Подозреваемых удалось задержать 2 дня назад. В ходе следствия проведения обысков удалось изъять автомобиль КАМАЗ, непосредственно которым производилось хищение семян подсолнечника. И также был изъят автомобиль, который использовался для сопровождения КАМАЗа и предупреждения водителя о постах ГАИ. В мошенничестве подозревают 2 жителей Воронежской области. Одного из них по решению суда заключили под стражу. Второй находится под домашним арестом. Как выяснили следователи, украденные семечки уже успели переработать. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.